Пробуди с Кыргызстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно. Сегодня понедельник, 8 августа. И мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас помолимся Богу и верим, что Он услышит нас и благословит сегодняшний день. Давайте обратимся к Богу сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в молитве сейчас. Мы верим, что Ты нас слышишь, мой Господь. Новый день начинается, и каждый из нас нуждается, мой Бог, в Твоем направлении. Нуждаемся, мой Бог, в Твоей помощи, потому что мы не знаем то, что ждет нас в этот день. Но мы верим, что если Ты будешь с нами, у нас все будет хорошо, у нас все получится, мы можем все преодолеть. Благослови, мой Бог, сегодняшний день. Иди, Господь, впереди каждого из нас и направь нас, Господь. Все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, все наши планы, все, что мы собираемся делать, мы все отдаем в Твои святые руки во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо, мой Бог, Тебе за этот день. Спасибо Тебе за дыхание жизни. Спасибо, мой Господь, за то, что Ты с нами, за то, что Ты, мой Господь, всегда заботишься о нас и помогаешь нам. Спасибо, мой Бог, Тебе. Мы просим, Господь, поставь Твоих ангелов вокруг нас и защити нас, мой Бог, нашу семью, наших друзей от аварии, от проклятия, от зависти. Это то, что мы просим у Тебя и все отдаем Тебе во имя Господа Иисуса. Мы также молимся, Господь, за нашу страну. Мы каждый день молимся за Кыргызстан. Исцели, мой Бог, нашу землю. Благослови нашу страну. Пусть, мой Бог, в нашей стране у людей появится желание Тебя познать. Излей дух покаяния. Мой Бог, мы молимся за всех работников. Мы молимся за всех жителей Кыргызстана, за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть в нашей стране. Господь, благослови нашу страну. Пусть, мой Бог, в этом году наша страна будет развиваться, будет процветать для славы Твоей. Мы молимся также за другие страны бывшего Советского Союза, особенно за мир между Россией и Украиной. Защити, мой Бог, Твой народ во всем мире. Это наша молитва Тебе во имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, сейчас помолитесь со мной. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, будьте уверены в том, что Бог услышал нашу молитву, и Он уже благословляет
сегодняшний день. Аминь? Я хочу передать вам направление о том, что написано в книге Иисуса Навина, в 7 главе и в 10 стихе. Это направление для вас на сегодняшний день, о том, что написано в Слове Божьем. Вот что написано здесь. Тогда Господь сказал Иисусу Навину: «Встань, зачем ты склонился на свое лицо?» Вот вопрос, который Бог дал Иисусу Навину. «Зачем ты склонился на свое лицо?» Дорогие друзья, мы знаем, что зло работает для того, чтобы мы сдавались, для того, чтобы мы пали лицом, чтобы мы сомневались в Божьей силе. Конечно, потому что если мы сдадимся, тогда мы, конечно, не будем побеждать, и естественно. И зло знает это, поэтому он посылает негативные мысли, он пользуется тем, что у нас появляются проблемы, для того, чтобы использовать людей или послать мысли, чтобы убедить нас, что у нас ничего не получится, что ничего хорошего не будет в нашей жизни. Но это, дорогие друзья, это ложь, ложь от дьявола. Правда в том, что Бог, Он всегда с нами, помогает нам, направляет нас. И ele, если мы будем иметь уши для того, чтобы слушать Бога, то Он направит нас, и у нас все будет хорошо. Тогда в трудный момент в своей жизни написано в Библии, что Иисус Навин склонился на свое лицо, и Бог обличил его. Зачем ты склонился? Почему ты в этом состоянии? Я с тобой. И это слово для вас на сегодняшний день. И если вы были в слабом духовном состоянии, может быть, из-за проблем, которые окружают вас, вы стали слабыми, Бог сейчас вас поднимает. И Он говорит вам: встань, встань, потому что я с тобою. Это Слово Божье для вас на сегодняшний день. Поедете на работу с этой верой. Куда вы не поехали? Везде. Имейте вот эту веру. Бог со мною. У меня все будет хорошо. Аминь? Это Слово Божье для вас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу. В 6 утра по бишкекскому времени вы можете присоединиться к нам. Хорошо? Напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой трансляции с нами. Я сегодня совершу молитву за вас на Божьем алтаре в церкви. Хорошо? И в ваши комментарии добавьте, пожалуйста, вот эту фразу. Я не буду поддаваться сомнениям. Я верю, что мой Господь со мной. У меня все будет хорошо. Аминь? Верите в это. И точно у вас все будет хорошо. Мы ждем вас сегодня на Конгрессе Успеха. В 10 утра, 15:00, 18:30. Служение за финансовую сферу жизни. Хорошо? Да благословит вас Бог обильно. Хорошего вам дня. Идем вперед. Зажги во мне, Господь, пламенеющий огонь. Завет нетленный заключил с тобой. Божий